Бывшая жена Александра Киржакова наслаждается новыми отношениями и публикует фотографии с бойфрендом. Милана Тюльпанова длительное время не афишировала свои романы после болезненного развода с Киржаковым. Теперь же она решила приоткрыть завесу тайны над личной жизнью. Девушка опубликовала несколько кадров в компании нового избранника. Милана рассказала подписчикам, что вместе с мужчиной отправилась в романтическое путешествие в Мурманск, а теперь возвращается обратно. Вскоре репортеры опознали бойфренда Тюльпановой, благо она не стала закрывать его лицо стикерами. Возлюбленным Миланы назвали бизнесмена Василия Ершова. Известно, что предпринимателю исполнился 31 год, он старше Тюльпановой на 2 года. В соцсетях Василий активно делится фотографиями из путешествий, демонстрируя любовь к туризму и экстремальному отдыху.